февраль, достать чернил и плакать, писал Пастернак. Юные герои этого сюжета с творчеством русского поэта знакомы, но вот соглашаться с известной фразой не намерены. Брестская детвора встречает февраль ярко, весело, энергично и творчески. В стенах Брестской городской детской библиотеки школьников собрал фестиваль «Рождественские вечера». Проект традиционный, третий по счету. Его масштабы с каждым годом расширяются. Основная миссия – через творческий подход раскрыть тему Рождества. В этом году наш опыт данного мероприятия уже показывает, что гости, которые приходят к нам на мероприятие, как они вносят разнообразие, как они раскрывают тему Рождества, как они талантливы, праздничные. Мы раскрываем эти таланты с помощью такого мероприятия. Мы помогаем, даем возможность показывать, в общем-то, все, скажем, в любом направлении, в любой из этих номинаций свое творчество. Это именно то мероприятие, благодаря которому ребята могут не только отдохнуть, но и проявить все свои таланты. Каждый из участников фестиваля, а это не менее 100 человек, стремился удивить зрителей в трех номинациях – авторское, вокальное и инструментальное исполнение. Мы этим занимаемся, потому что нам нравится, а не потому что нас кто-то заставляет. И поэтому каждый раз, когда мы выходим на сцену, как будто дома, как будто уже пришли домой. И мы поем то, что нам нравится, поем так, как нам нравится. И поэтому, приходя домой, я ощущаю радость, что все-таки спели так, как нас просили, и все получилось. Маленькие жители города в очередной раз подтвердили, что Брест богат на самые разные таланты, а фестиваль «Рождественские вечера» лишь в начале своего яркого и длинного пути.